Бывшая секс-рабыня превратилась в божьего служителя и основала организацию «Проститутки за Иисуса». Энни в течение 16 лет работала в секс-индустрии, сражалась с раком и злоупотребляла наркотиками. Но когда на пороге смерти она обратилась к Иисусу, она нашла своего спасителя и призвание в том, как помочь тысячам других жертв секс-индустрии. В январе 2005 года Лоберт создала организацию «Проститутки за Иисуса», которая занимается проблемами сексуальной работорговли, сексуального насилия и эксплуатации, связанной с порнографией и секс-индустрией. В июне 2009 года она вышла замуж за гитариста Оза Фокса из христианской группы «Страйпер». Свою историю Энни Лоберт поместила в три строчки. «Маленькая девочка потерялась. Думаю, что никто не любит ее, думаю, что никто не хочет ее, убежала из своего замка. Но Бог встретил ее на темной дороге и сказал: ты можешь теперь вернуться домой, я рядом и никогда не оставлю тебя».